Всем привет! Сегодня у нас 25 февраля 2021 год. Сейчас уже 4 вечера. До этого я снимал ролик в предыдущей серии, что облет на пасеке начался сегодня. Было плюс 9,5. И вот сейчас уже у нас 4 вечера. Солнце поворачивается уже почти на западе. И пчелы вылезли еще больше на облет. Я покуда туда-сюда ходил минут 20, то уже немного сутихли. А так тут летало их смещи, выскакивали на литок. И все небо было в пчелах. Ну это тут с краю троху притянилось от этого от навеса, то тут поменьше вылезло пчел. Тут начали его вылазить. Эта семья желтый улей все-таки пропала. Ролик я выложу, почему пропало. Разбирал, снимал, если удастся его, короче, отредактировать. То, что я ходил, вот только что глядел, хотел его перекинуть на компьютер, на ноутбук, то что-то он завис у меня там под конец в одном месте. Короче, если удастся, то выложу, что в этой семье было. А нет, так нет. Тут пчелы начали вылазить, тоже уже в этом улье, покуда что тишина. Пленку я так положил возле улья. Тут немного пчелы. Тут немного. В этом вот пошло побольше пчел уже летать. И этот вот синий улей, где ставили мы баночку с медом с жидким. Наверное, сколько там, месяц прошел, наверное. Я эту баночку забрал, залез. Они полностью съели уже этот мед. И вот такие тут облет. Идут через два летка. И через верхний, и через нижний. Пчелки крупные, хорошие. Серые. Наши местные. Вот. Такий вот облетик. Позапачкали весь снег, видно. Не сильно много, ну терпели зиму. Весь снег такий уж коричневую точку. И возле улья тоже. Хороший облет нормально идет, значит. Это уже именно вылезли облететься. Тут вот этот баква в третьем поколении. Они так по чуть-чуть летают уже третий час подряд. Такие пчелки вот. Не темные, но и не светлые сильно. Но видно, снизу подмор уже вычищаются. По чуть-чуть. Пенят старые яблони. Там опиралась крышка на его с этого улья. Ну уже подгнил, наверное, убирать буду. Хотя еще держится, хай. Сам выгнил в земле, потом беру. Этот улей, тут пчел нема. Надо перекрасить будет. Перекраситься. Ну и вот где посыпали весь снег, видно. Совсем сошел там он.
под крышей уже сошел полностью. И чуть-чуть на крыше пятно. Самое хорошо им сейчас на крышу садиться. Не это, не позамерзает. Ветерок какие-то вот дунул, чтобы нашу пленку не поднял. Немного на ней пчелы садятся, а то край, откуда ветер задувает, так приложил досками. Видно, совсем вот с этого улья поперли. Пчелы тут нормально, а думаю, немного не зря им ставим эту баночку с медом, а то могли бы пропасть. А покуда поставлю наш фотоаппарат, хай снимаю, полюбуйтесь облетом, у кого еще не было. Пусть даже вечер потеплее, так еще и больше будет. Вот только что пчела мне на руку нагадила. Сейчас будем стирать снегом. Ладно, покуда любуйтесь, я пойду похожу. Много пчел на снегу лежит, пропадая. Ну, всех не пособираю их, конечно. Видно, вот. Уже замерзшие. Посажу на крышу. На крыше их бегает сколько тут. Пчелок. Целая куча по крыше ходит. Знают, что теплое, да, можно садиться. Тут уже много вынесли его мертвых. Много повыносит мертвых уже. Где на снегу гляжу, в тени, так примерзает, хоть и 10 на улице тепла. Но ветерок таки прохладный подувает. Ну ничего. Вот так мы были тут сколько-то в третьем часу, то немного летали везде. Сейчас видно вылезли. И тут побольше, и там побольше лазят. И тут во всех ульях. Если туча меня затянет, то что, лежу, гость неба такого позатянуто, непонятно, полосами, что-то распыляет в небе все, то не затянет небо, так, когда повернется туда уже солнце, так вот на горизонт,
Оно вон у нас где пойдет. Как раз все будет на горизонте. Сюда будет светить. Так еще больше должны вылезти пчелы на мне. Повылазить. Просто что у них тут тень. Вот полетали часики уже. И уже мало стало. Много вот позамерзлых. Ну что сделаешь, всех же не половишь их. Кину на крышу пару штук, хай отходит, греется. Видно. На крышу кидаешь пчел, они потом отогреваются. Ну, собирать не буду, ладно, хай летай. Можно сказать, уже такой облетик более-менее полноценный вышел. Это они по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. С полтретьего, с двух даже. Летают уже 4 часа. Пару часов, как с усих ульев по чуть-чуть вылетают. То, чтобы было плюс 15, они сильнее облетелись. А плюс 9-10, то они видно, чтобы не охлаждать. Гнездо по чуть-чуть вылазит. И видно. Не такие глупые пчелы. На снег мало кто садится. Видно, трохи обессилевшие такие эти. Только. А вот остальные все на ульях стараются садиться. Вот сколько их тут. Это сами садятся сюда. Все, не буду ходить тут рядом, чтобы не топтать. Я тут гляжу, стараюсь по снегу ступать, где пчел не видно. Ну и так попусту бегать не надо. Это что-то сюда полезло, пчела попутала. Тут все-таки пропали пчелы. После этих вот роликов выложу и этот, если удастся. То, что вроде нормально все снимал. Стал перегружать на компьютер. Это файл этот. Он в одном месте зависает, сбой, ошибку выдает. Короче, все-таки, наверное, в этом году надо на камеру потратиться мне. Ну и сразу брать нормальную. Не это. Лучше нормальную взять, чем 5 хреновых. Ладно, буду заканчивать. Всем удачи. До свидания.